Всем привет! Хочу рассказать наши сегодняшние похождения. В общем, полтора года мы здесь уже в Польше. Мы очень любим ловить рыбу, особенно супруг. Но я тоже люблю. Но он все покупает и покупает снасти. Ой, у него уже чего только нету. Вон он сидит, и такие блёсны у него красивые, хорошие вообще. Ну, в общем, находимся мы здесь, и озёр здесь очень много озёр. 2-3 километра, 5-10, и озеро, всякие разные, маленькие, большие, очень большие есть, по 10 километров, по 20, но... Найти место или возможности вообще. Я не знаю, как люди ловят. Здесь вообще не вижу ни рыбаков, никогда нету. Так, 1-2 человека, и то подойдешь с Украины. Ну, это ладно. Вот озеро тут недалеко от нас, 2 километра. Вот недавно уже понаставил, что ловить рыбу нельзя. Но мы приехали, я посидела, попила чаю, а супруг говорит, помочу хоть свои новые блесна. Ну а до этого мы, короче, поехали, нам подсказали, что есть такое место, называется Рыболовецкое или как-то там, в общем, что-то наподобие большое озеро. Поехали туда. Подъехать вообще некуда. Ну, нашли одно местечко. Заехали ближе к воде. Смотрим, мужчина сидит с удочкой. Подошли, спросили. Приватное, нельзя. Нужно разрешение, нужно платить. Рыба ловится? Нет, не ловится. Ничего нету. То ли время такое уже, то ли вообще. Рыбаков даже и не видно. Потом в другое место заехали, подходила к людям, спрашивала. В общем, нигде ничего нельзя. Приехали на это озеро, которое от нас тут недалеко. Трафарет стоит с запретом. Но вот сейчас покидает немножко, успокоится и поедем домой. И вот моему негодованию... Просто нет предела. Я просто... Ой. Просто в недоумении. Ну как это? Столько озер, вся Польша в лесах, в озерах. Но нигде нельзя половить рыбу. Нигде. Вот так вот. Такая история. Всем добра и мира. Пока-пока.